Жара до 31 градуса ждет жителей Самары на этой неделе. Малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха составит от 25 до 31 градуса. Жаркая погода сохранится в Самаре на протяжении всей рабочей недели. Самым прохладным станет понедельник, когда температура воздуха прогреется до 26 градусов. Вторая декада июля по температурному режиму ожидается близкой к средним многолетним характеристикам.